Жуковская библиотека вернулась в свое старое здание в центре города. Длительное время она находилась, вы не поверите, в городском бассейне. Жители удивлялись. Книжный фонд, газеты, все бассейн. Как-то странно было. Но вот, видимо, она открылась. Сегодня шарики, вывески. Внутри свет горит. Библиотека вернулась на свое постоянное место. Работает до 7 вечера. Воскресенье до 5. Библиотека Жуковского центрального округа. Участник проекта партии «Единая Россия. Культура Мары Родины». Библиотека нового поколения открылась у нас. Ну что ж, хорошее дело, что библиотека будет в своем здании, а не в бассейне.